Hi there! In this lesson, we'll learn how to build sentences with question words. Let's start. Who? Кто? What? Что? It sounds like ш, что. We should use a conjugation form like she knows, he knows, nobody knows, who knows, who knows it. Кто knows? Знает это. Кто знает это? Who works here? Кто? Here. Здесь. Works. Работает. Кто здесь работает? You can also ask, кто работает здесь? Who helps you? Кто helps you? Тебе помогает. Кто тебе помогает? Or кто помогает тебе? Who cooks in your family? Кто cooks? Готовит in в your family твоей семье. Кто готовит в твоей семье? Who can help me? Who? Кто? Может? Help. Помочь? Me. Мне. Кто может помочь мне? What do you do in the evening? Вот. Что ты do делаешь in the evening вечером что ты делаешь вечером what are you writing что you ты writing пишешь что ты пишешь What do you like to do in your free time? Вот. Что do you like? Тебе нравится to do делать in your free time. В free time. Свободное время. Что тебе нравится делать в свободное время? We can also directly translate in your в свое свободное время, but if you ask a person about his free time, it already means his free time, so you can miss this. What do you usually read? Что? Вы? Usually? Обычно read. Читаете. Что вы обычно читаете? What is she trying to do? Что? Она trying. Пытается to do. Сделать. Что она пытается сделать? Ху. Кто? Вот что? Кто знает это? Кто знает это? Кто здесь работает? Кто здесь работает? Кто тебе помогает? Кто тебе помогает? Кто готовит в твоей семье? Кто готовит в твоей семье? Кто может помочь мне? Кто может помочь мне? Что ты делаешь вечером? Что ты делаешь вечером? Что ты пишешь? Что ты пишешь? Что тебе нравится делать в свободное время? Что тебе нравится делать в свободное время? Что вы обычно читаете? Что вы обычно читаете? Что она пытается сделать? Что она пытается сделать? Where? Где? Location? Where to Куда? Direction going somewhere. Where from? Откуда? Coming from somewhere. Where are you now? Где? You. Ты? Сейчас? Now. Находишься. Где ты сейчас находишься? You can also ask, где ты сейчас? Where do you work? Где ты work? Работаешь? Где ты работаешь? Where do you study? Где ты study? Учишься? Где ты учишься? Where does she live? Где она live живет. Где она живет? Where to? Куда? Where are you going? Куда ты going? Идешь. Куда ты идешь? Where is she flying? Куда она летит. Куда она летит? Where are they going? Куда они идут? Куда они идут? Where from? Откуда? Coming from somewhere. Where are you from? Откуда ты? Откуда ты? Where do they ship this product from? Откуда они везут этот товар? Откуда они везут этот товар? How does she know this? Откуда? Она знает это. Откуда она знает это? Direct meaning where did she get this information? Where? Где? Где ты сейчас находишься? Где ты сейчас находишься? Где ты работаешь? Где ты работаешь? Где ты учишься? Где ты учишься? Где она живет? Где она живет? Where to? Куда? Куда ты идешь? Куда ты идешь? Куда она летит? Куда она летит? Куда они идут. Куда они идут? Откуда? Откуда ты? Откуда ты? Откуда они везут этот товар? Откуда они везут этот товар? Откуда она знает это? Откуда она знает это? Why? Почему? Зачем? Before asking a question, it's necessary to understand what we mean, the purpose or the reason for the action. The can be replaced by the following questions: For what purpose? For what? The question почему can be replaced by the following question. What led to this? Out of context, uh, the meaning of these words is approximately the same, like English "why." Why don't you want to study Russian? Почему ты не хочешь учить русский? Почему ты не хочешь учить русский? What's the reason? Why doesn't he have a car? Почему he doesn't have? У него нет машины. Почему у него нет машины? Again, reason. Why doesn't she love me? Почему она меня не любит? Почему она меня не любит? Почему она не любит меня? Also, you can say this way. Why don't they help? Почему Зей. Они не помогают. Почему они не помогают? Why don't you see this problem? You plural or formal? Почему вы не видите эту? Problem. Проблему. Почему вы не видите эту проблему? Why do you study Russian? For what? Зачем ты изучаешь русский язык? Зачем ты изучаешь русский язык? Why are we going there? Зачем we, мы, идем there, туда? Зачем мы идем туда? Why is she moving to another city? Зачем она едет в another city? другой city, город. Зачем она едет в другой город? Город ending consonant, so it's masculine. Другой город. Why is he saying this? Зачем he, он, saying, говорит, this, это, Зачем он говорит это? Why is he climbing a tree? Зачем он лезет на дерево? Зачем он лезет на дерево? Почему? Зачем? Почему? Reason? Зачем purpose? Почему ты не хочешь учить русский? Почему ты не хочешь учить русский? Почему у него нет машины? Почему у него нет машины? Почему она меня? не любит почему она меня не любит почему они не помогают почему они не помогают почему вы не видите эту проблему почему вы не видите эту проблему зачем purpose Зачем ты изучаешь русский язык? Зачем ты изучаешь русский язык? Зачем мы идем туда? Зачем мы идем туда? Зачем она едет в другой город? Зачем она едет в другой город? Зачем он говорит это? Зачем он говорит это? Зачем он лезет на дерево? Зачем он лезет на дерево? If you have watched this video up to this point, you are a hardworking person. See you.